Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова начальника пресс-службы Госдепа Джона Кирби. Он заявил, что Вашингтон не будет против, если Москва сосредоточится на доставке гуманитарной помощи сирийцам, а не на нанесении авиаударов по оппозиции. Захарова на своей странице в Фейсбуке отметила, что американцам и их союзникам самим необходимо сконцентрироваться на повышении техники авиаударов, при которых свадьбы и объекты организации «Врачи без границ» перестанут считаться целями. Прокомментировала дипломат и высказывание Кирби о том, что США не видят гуманитарную поддержку со стороны России. То, что российскую гуманитарную помощь, которая 4 года доставляется в Сирию, в Госдепе не видят, это нормально. У них там все так, видят только то, что сами придумывают. Специально для коллег на следующем брифинге расскажу о той помощи, которую Россия несколько лет оказывает сирийскому народу.